В Центральном парке Тулы сегодня были замечены сразу несколько пожарных расчетов и карет скорой помощи. Десяткам человек пришлось участвовать в оказании первой помощи. Так, в нашем регионе проходила всероссийская акция «Научись спасать жизнь». Ее цель – сформировать у обычных людей, не имеющих медицинского образования, хотя бы минимальные навыки оказания первой, еще доврачебной помощи пострадавшим в ДТП или иных происшествиях. Нужно это, поскольку не профессионалы, а именно очевидцы происшествия первыми могут прийти на помощь раненым. Эта акция в нашем регионе проходит уже во второй раз. Сегодня ее гостей приветствовал глава региона Алексей Дюмин. За организацией наблюдали руководители федерального МЧС. Навык первой помощи – это то, что должен уметь каждый человек. И поэтому существуют разные программы, но, конечно же, основной упор, основной акцент все равно делается на школьников и на включение этих необходимых навыков и знаний в предмет основы безопасности жизнедеятельности. Мне кажется, что это очень важный момент. Все подробности происходящего сегодня в парке мы расскажем в нашем вечернем эфире. А пока продолжаем выпуск.